Дубль 2. К сожалению, у нас эфир прервался, но в самом начале. Надеюсь, Наташечка чуть-чуть коротенечко перескажет то, что она уже нам донесла. Сейчас подожду, пока вы присоединяетесь. Беда со связью вечная какая-то. Так, привет, мои хорошие, еще раз. Да, связь прервалась. Так, сейчас добавлю. Так, Наташечка. Наташечка, я тебя вроде добавила, но почему-то ничего не происходит опять. Так. Друзья, что же такое у нас сегодня? Наташ, попробуй еще раз запрос отправить. Да что ж такое-то? Так, как же мне ручками-то Наташу добавить? Не, Наташечка, я не вижу от тебя запроса. И не могу, соответственно, тебя добавить. Надеюсь, что ты меня слышишь. Вот у нас. А, вот, все, вижу. Так, пробуем. Так, Наташечка пишет, что ты отклоняешь мое, ну как, это вот мое одобрение. Попробую еще раз, девчата, извиняйте. Вечные технические косяки. Куда из них? А, девчата, напишите мне, пожалуйста, кто-нибудь, вот кто был на первой части эфира. Связь прервалась от меня или связь прервалась от Наташи, потому что у меня тоже проблемы с интернетом. Если связь от меня прервалась, то я попробую как-то решить ситуацию. Наташечка, отправь еще раз, пожалуйста, запрос. Да, что-то у нас сегодня не склад. Ага, вижу. Так, Наташ, я нажимаю на твой запрос. Посмотреть. Выйти в прямой эфир, нажимаю. И пока ничего не происходит. Вот. А как мы Ура. Это можем узнать от тебя или от меня? Какая вообще разница? Что мы же не можем это исправить. Я могу, у меня просто три варианта интернета, и все сегодня плохие, все сегодня косячат. Я могу куда-то переключиться, но... Так, здравствуйте, дорогие друзья. Да. Тема сексуальная, роды, как часть сексуальной жизни женщины, оргазмичные роды. Наташечка начала уже, давай, наверное, коротенечко все равно повтори, потому что для тех, кто будет смотреть записи, чтобы нитка повествования какая-то была. Я не знаю, я сейчас висю, или ты висишь у меня, или кто висит, короче. Ага. Я вижу, хорошо слышу. Если будешь пропадать, я тебе буду говорить. Да, звук причем остается, а видео, твой квадратик у меня с этим загружается. Ага. Ну да, собственно, я уже начала рассказывать, как все прекрасно. В эфире наша шоу-группа. Сегодня... для вас выступаю на арене я. Напишите, пожалуйста, Люся висит, ага. Да, я просто не видно. С Наташей Суфьяновой так же было, но я тебя слышу, вижу пока. Угу. Как мы тогда поступим? Ты переключишься, мы тебя подождем? Ай, я даже не знаю, что делать, честно, друзья, что тут прямо сегодня все одно место у нас. Сейчас. Секундочку. Пробно, да, несколько минут, давай мы начнем. На меня не обращай внимания. Девочки, только главное напишите, видно ли Наташу. Если Наташу видно, слышно, то продолжаем. Ну, вот, да, Наташа пишет, что видно. Что нижний, что меня видно снизу? Вроде как даже слышно.
Или наоборот, меня лучше слышно, чем видно. В общем, да, давайте пробовать. Так. Я хотела сказать, что весь наш гормональный баланс и психологическое состояние и поведение женщины – это неразрывно связанные факторы, они влияют и на ход родов, и на процесс полового акта. Давайте я буду говорить соития, ладно? Да. Более того, если мы подставим любую фразу вообще о любой... Сейчас скажу. Термин о любом процессе, связанном с телом, его функциями, мы туда можем подставить, и это будет утверждение верно. Психосоматика пищевого поведения крайне важна, и проблемы с ней связанные, озвучены и привлекают внимание. Психосоматика полового поведения изучена, и проблемам в сексуальной сфере посвящено множество учебников, об этом много вебинаров, и с этим работают специалисты. Но проблемами поведения в родах мало кто озадачивается. Этот вопрос замалчивается или остается просто нераскрытым, неизученным достаточно, поэтому большинству женщин приходится полагаться на врачей в роддоме. К сожалению, делегирование ответственности в вопросе родов невозможно. И попытка это сделать редко приводит к успешным родам. Выступлением я хочу привлечь ваше внимание к такому явлению, как психосоматика родов, как, ну да, психосоматика родов. Почему, если беременность не болезнь, а роды, это естественно для женщины, имеет место быть такое большое количество травмированных родами женщин. Приступим к разбору полетов прямо сейчас аккуратненько. Если какие-то вопросы по ходу, да, можно писать, задавать, и я на это не отвлекаюсь, и тоже что-нибудь уточняю. Будем разматывать нити, опутавшие такое простое, вообще прекрасное явление, как роды, как рождение новой жизни. И сейчас у нас тут. Я хочу, чтобы у меня перед глазами были тезисы, а то я сейчас с вами заболтаюсь. Природа так была задумана, что соитие заканчивается зачатием. Об этом говорит множество мелких штучек, если мы будем их рассматривать внимательно. Об этом говорит каждый элемент. Семяизвержение у мужчины, женский оргазм, который сопровождается характерным движением шейки. Шейка делает такие захватывающие движения. Она пытается всосать в себя, в матку, как можно больше сперматозоидов. Характерные такие движения. Третье – это особый секрет, который выделяется при оргазме. Он помогает, он способствует продолжительности жизни и улучшению качества сперматозоидов. И все эти прекрасные гормоны, которые у нас в овуляцию, когда соития хочется больше всего в норме, все это направлено на зачатие. Пусть человечество и придумывает, как обойти задумку природы, но здесь ни один способ не работает на 100%. Ни один способ предохранения не 100%. Если организм, если женщина решила зачать, ее тело решило это сделать, то она сделает это полюбасу. Соитие лишь начало чудесного пути к наивысшему пику, к родам. Здесь мы так берем дальний план, отъезжаем, и чтобы широко видеть и объемно. Все процессы, связанные с соитием и родами, тесным общением мужчины и женщины, и любовь, объятия, вот это вот все, да, оргазм, завязаны на гормоне окситоцин. Его так и называют гормон супружеской любви. Он же является одним из ведущих гормонов в гормональном коктейле родовом для успешных родов, который нужен. Кроме того, дедушка Мишель Оден назвал его застенчивый гормон. Лучше всего он вырабатывается, когда вокруг женщины затемнение, сумерки,
такое переходное время, когда она расслаблена, уверена в своей безопасности, в своей прекрасности, спокойно доверяет партнеру, когда она открыта душой и сердцем перед партнером. Ничего и не правда нам ли это один не напоминает. Да, ты же моя хорошая, да. Это требование один в один к хорошему сексу. Действительно, то же самое требуется в родах. Полумрак, тишина или эфир забит, вот этот в уши кто-то шепчет, как ты прекрасная, какая ты замечательная, как у тебя все хорошо получается. Комфортная температура, должно быть тепло, удобно, расслабленная поза. Одинаково невозможно наслаждаться ни родами, ни сексом, когда банально неудобно. Сбивает настрой и уменьшает количество прекрасных гормонов яркий свет, как известно, особенно направленный на половые органы или в глаза. Посторонние разговоры отвлекают, особенно квадратные вопросы, эти все дурацкие, которые нам задают в роддоме, вроде «Сколько у тебя было половых партнеров и когда была последняя менструация?» Что это вообще? Да, и любая рациональная речь может помешать погрузиться в собственные ощущения. Мешает также холод и жажда. Гормон окситоцин такой интересный, он вызывает жажду, и если напиться в момент приступа этой жажды, мы подтверждаем мозгу, что да, нам нужен этот самый гормон. Мешает пристальное внимание посторонних людей и их оценка. И, конечно же, я сейчас говорю параллельно и о родах, и о соитии. Как расслабиться, если над душой кто-то стоит и с сомнением так смотрит, так плохо, плохо ты стараешься, ай-яй-яй. Разумеется, мешает. Я думаю, что все уже увидели прямую аналогию. А почему же не каждое соитие заканчивается родами? Возникает такой вопрос, мне его задают, когда эту тему озвучиваю. Я так думаю, что природа позаботилась о женщинах, позволив тренировать во время секса навыки, необходимые для родов. Интересно. Существует исследование связи качества и стиля соития с родами. Большинство женщин, умеющих получать оргазм и кайфующих искренне от секса, хорошо рожают. Когда сексуальность зажата, когда женщина сомневается в себе, когда она... Нет, подожди, пойду от противного. Наоборот, когда она не зажата, когда она готова о себе узнавать, когда... Может быть, даже во время беременности даже раскрывает свою сексуальность, но я сейчас не говорю о... Ладно, ладно. Вы знаете, когда я говорю сексуальность и секс, для меня это абсолютно чистые слова, лишенные вот какой-то пошлости, грязи, которую часто навешивают на это. И это следовало, да, об этом сказать в самом начале, что для меня сексуальность – это в первую очередь то, что свойственно мне как женщине, то, что свойственно каждой женщине, проявление по-женски. Это не только в сексе, это вообще в жизни. Это такое вот очень прям широкое понятие. Когда женщина с легкостью погружается в процесс соития, то же самое поведение получается и в родах. Смотрите, получается, вся психофизиология процесса направлена... Сейчас. Психофизиология процесса зачатия аналогична процессу родов. Только в родах ярче каждый этап. Может быть, даже в разы. Даже есть такое понятие, как оргазмичные роды. Женщины, которые имели подобный опыт, описывают его как экстаз, как нирвана моя, как круче, чем оргазм. Это было феерично и тому подобное. Если не мешать естественному, в смысле дикому процессу родов, то многие женщины испытывают возбуждение сродни сексуальному, но по-другому. Поведение тоже похоже на поведение в сексе. Да, придыхание,
вот эти плавные движения, какая-то грация, вот это вот, утробные звуки, вращение бедрами, блеск глаз, хочется высунуть язык, возможно, пососать что-то вкусненькое, прикосновение к своим половым органам, поглаживание или желание, чтобы погладили. Дыхание, стоп, уже после... Да, вот эти звуки все, которые женщина издает. Уже после родов женщина говорит о чем-то большем, чем привычное возбуждение в сексе. В родах это скорее ощущение связи со своей женской сутью, когда интенсивные ощущения в теле вызывают измененное состояние сознания. И Мишель Оден это назвал, что женщина путешествует на другую планету. Если роды – это часть сексуальной жизни женщины, то и проблемы в родах зачастую имеют причины в ней же, в этой сексуальной жизни. Травмированная сексуальность может давать проблемы в родах. Как вы уже поняли, раскрепощение в родах очень важно. Необходимо свободное поведение, необходимо доверие себе, своему телу, уверенность, что сейчас происходит самое лучшее, что может произойти в моей жизни просто. Важно, чтобы не было контроля ни извне, ни изнутри. Социокультурные установки мешают ходу родов. Все эти штампы о том, как должна себя вести приличная женщина или не должна. Поведение в родах и течение родов, родового процесса диктует рептильный мозг и подсознание наше. Стоит только вмешаться сознанию с его контролем, оценками, как тонко настроенная химия родов начинает сыпаться каскадом. Одно цепляется за другое. В работе с беременными при подготовке к родам хорошо делать акцент на различных практиках расслабления и умение слышать свое тело, та же тантра, но для родов, адаптированная, под беременных адаптированная, на взаимодействие со своей женской сутью, какие-то раскрывающие вот это вот для самой женщины, раскрывающие ее женскую суть, упражнения, занятия, в общем, секс. Тандра там, упражнения, а по-русски просто. Да-да-да. Не свернуть пути родов помогает способность в любой ситуации погрузиться в себя, а если выдернули, то вернуться обратно. Идеальное состояние для родов – транс. Природа позаботилась о том, чтобы женщины погружались в себя под воздействием гормонов. Дыхание подстраивается автоматически под нужный, под конкретный этап родов, точнее, если не мешать. Особенное дыхание вызывает особенное состояние. Плюс замечательные эндорфины, они действуют как болеутоляющее средство, способствуют оптимизации эмоционального состояния женщины и подавляют беспокойство в моменте. Благодаря эндорфинам происходит или случается даже общее удовлетворение процесса, что все хорошо, мне классно, мне кайфово, да? А травмы сексуальности могут стать причиной проблем родов, изнасилования, там, нераскрытие шейки или вагинизм вообще, обида на мать, может быть, тоже нераскрытие шейки, или неопускание ребенка, обида на отца, кровотечение после родов, обида на отца и на мужчин в целом. Если женщина отрицает свою сексуальность, свою женскую суть, то может быть бесплодие или неразвитие родовой деятельности, невынашивание тоже может иметь причины в отрицании себя как женщины. Однако женщины, имеющие опыт изнасилования, могут рожать легко и прекрасно. Когда или самостоятельно, или при помощи специалиста, там, психотерапии какой-то, да, этот вопрос был решен и закрыт. Опытные акушерки говорят, как живем, так и рожаем. Как женщина живет, так она и рожает. Такой трансцендентный опыт
коим являются роды, вскрывает все то, о чем мы до родов даже не подозревали. В этом есть трудность подготовки к родам, потому что мы не знаем, к чему готовиться, мы не знаем, что там вообще вскроется. Если мы будем готовиться по учебнику, если мы будем готовиться, не знаю, там, курсы, которые не учитывают момент сексуальности, безусловно, та женщина, которая на связи со своей женской сутью, родит лучше, чем та женщина, которая знает анатомию процесса, физиологию в смысле. А, Наташа, скажите пару слов вот, про вагинизм. Да, может быть, просто не все, в принципе, знают, что это такое, но я понимаю, что вагинизм как бы хоть и редкое, но в числе женщин не такое уж и редкое, да? И если, ну, расскажи чуть-чуть про это, и если присутствует, так скажем, такой диагноз, насколько велики шансы родить вагинально, вот по твоему мнению? Ага, родить можно, если мы доверимся этим прекрасным гормонам и действительно пойдем за... Бывает такое, что у женщины вагинизм, но она не видит в этом проблемы и не работает с психологом. Если честно, в этом проблемы нет, ну, такая вот милая особенность моя, да, я вот такая вот женщина, но при этом у меня есть связь со своей сутью, я умею получать оргазм, я кайфую от своего тела, от своих родов вот этих, мы же не... Роды не резко случаются, мы постепенно туда входим. Все-таки возможно, потому что был такой опыт. Как был опыт и обратный, когда не получилось. И это как раз были случаи, когда женщина не работала, вагинизм, это когда нет ничего, невозможно ничего вставить во влагалище. Когда невозможно, когда женщина не пускает в себя ни медицинские инструменты, ни половой член, ни, может быть, даже собственные пальцы, ничего. Просто вот этого места у нее просто нет. Оно отсутствует. Она очень боится всего, что связано с ее вагиной, с влагалищем, все, что там может происходить. Конечно, да, безусловно, такая ситуация может привести к тому, что женщина просто не сможет родить, потому что ей нечем, потому что у нее этого нет. Ну, вот так. Но работать можно, ну, то есть это не крест на себе ставить. Да, однозначно, можно и нужно, это очень, стоит уделить этому время, желательно, до беременности, но если случилась беременность, ну, мало ли, женщины такие загадочные существа, вагинизм есть, и беременность вдруг случилась. Классно, есть целых 9 месяцев, чтобы подготовиться к родам, чтобы начать это путешествие внутрь себя, потому как роды происходят изнутри наружу. Нам с этим своим нутром своим нужно быть на связи. Способность забыться, вести себя интуитивно – это наилучшее условие для проведения благостных родов, благополучных. Плохая идея готовиться к родам как к экзамену, когда мы выучили какие-то билеты, и вот какой там нам билет достанется в родах, тот мы типа и расскажем. Никому не интересно в родах. Да, да. Уже становится, да. И уже не до того. И категорически вредно, например, заучивать этапы дыхания. Зато полезно выполнять дыхательные практики, которые направлены на увеличение жизненного объема легких, которые, в принципе, направлены на то, чтобы лучше дышать. Петь, может быть. И, как я уже говорила, различные практики из тантры и йоги для лучшего понимания себя, своего тела, как оно движется, как я двигаюсь, когда транс, как мне удобно расслабиться, если все вокруг мешает. И вот такие тонкости было бы здорово о себе знать. И, конечно же, много раскрепощенного чувственного секса. Иначе для чего он еще нужен просто? Как ты относишься к тому, чтобы женщина с мужчиной, ну, будущий, да, родители ребеночка, если мы говорим про домашние роды, конечно же, вряд ли есть такая возможность в роддоме, да, уединиться, но как ты относишься к определенным, каким бы то ни было там ласкам, да, в той или иной степени, непосредственно в процессе родов? Хорошо отношусь, и даже, ну что значит хорошо отношусь? Значит, что
я видела, что действительно хочется женщине вот этих прикосновений горячих, лоскучих. Это не обязательно ведет к сексу в родах. Да, то есть мы не будем там вставлять что-то куда-то, но вот эти ласки, которые обычно в нашей обычной жизни должны выполнять прелюдию к сексу, в родах это будет прелюдия к родам. Да, это будет прелюдия, это будет, но эта прелюдия будет к оргазмичным родам. Это здорово. Да, вряд ли, наверное, в активной фазе родов женщина, ну, сможет, да, будет обращать на это внимание, но вот на начальном этапе, да, в прелиминаре, я думаю, тоже запросто. Да, на начальном этапе родов, когда нужно войти в это состояние, когда нужно как раз-таки войти в коннект с собой, здесь помогает. Хотя и в активной фазе тоже, знаешь, но тогда уже хочется вот прям... вот если женщине хочется, минет. Вот прям это, вот роды не произойдут, пока она это не сделает. Хоть что-нибудь, хоть пальцы свои пососать. Дайте уже что-нибудь вообще пососать. Просто это... ну, мы же знаем, мы можем это объяснить с точки зрения, что все-таки у нас идет проекция как право-лево симметрия, да, так и вверх-вниз. И вот это вот все, это проекция шейки, проекция вагины. И мужчинам нравится смотреть на губы. Они что-то там себе... это, для них это про секс. И в родах вот эта часть, да, лицо, шея, оказывается, тоже весьма про секс. Другое дело, насколько смела женщина сейчас, насколько она искренна перед собой. Я знаю истории, когда женщина была искренна, получала удовольствие от оральных ласк, когда ее ласкали, когда муж с ней, да, или когда женщина просит акушерку: слушай, блин, ну будь другом, ну сожми мне сосок, так хочется, прям очень. Такие истории, когда женщина корит себя: блин, я в родах хотела секс, какой ужас, как мне стыдно, и как я могла, это же роды, это же вот, да, это две грани одного и того же. Здесь у нас раскрепощение, принятая сексуальность, а здесь у нас нет, полный запрет и табу. Ну и, конечно же, в роддоме вообще ни до секса, ни до родов, ни до писания, ни до какания, ни до чего. То есть, конечно же, мы делаем такую оговорку, что редко в роддомовских родах можно сделать вот это вот. Да, конечно. Конечно же, да, это прерогатива, это привилегия. Хотя, на минуточку, да, опять же, я сказала, что мои первые роды были в роддоме, они были вот такими. Они были для меня не про секс, но про сексуальность. Про мою, потому что вот это вот просто в волны эти прекрасные. Я такая прекрасная, все вообще такое прекрасное. У них даже кафель в, боже мой, в коридоре был нужного зеленого цвета, такого кайфового. Я, наверное, смотрела просто: они такой прекрасный кафель, боже мой. Просто вот это состояние. Мне кайфово. Я их всех люблю, все студенты, которые приходили ко мне во вторых родах, спросили, можно ли студентам посмотреть. Я говорю: думаю, ну, конечно же, где же они еще увидят? Как прекрасно можно рожать. Я их так люблю. Я их любила в родах, они вот такие стоят полукругом вокруг этого родильного кресла, я рожаю, и они, я чувствую, они мне помогают, они такие здоровские, эти прекрасные девушки, эти прекрасные юноши, они пришли засвидетельствовать мои чудесные роды. Это просто такой экстаз. Да, в этом эфире со второго дубля не сохранилось представление о тебе, поэтому я добавлю, поэтому у Наташи пятеро детей. Да, ну конечно, я думаю, что все равно это безусловно влияет. Безусловно влияет, потому что когда роды – это скорее акт насилия, но какая женщина в здравом уме, трезвой памяти осознанно, да, захочет второго, там, третьего ребенка и захочет снова в это погружаться. А когда роды – это кайфово, это классно, это приятно, это потрясающе, это запоминающееся на всю жизнь событие. Знаешь, такая приятность, она такая вот двоякая, да, когда боль приятна, когда, ну, в принципе, женщины мазохистичны сами по себе, то есть для нас это свойственно. Если мы не закрыли однажды эту историю, если мы не заперли в себе вот эту часть, тогда эта мазохистичная часть, я уверена, нам нужна не для БДСМ,
она нам точно абсолютно нужна для родов, потому что все-таки роды, это, знаете ли, таз вот так вот двигается, да, мы не делаем это каждую пятницу, нам непривычны эти движения таза, все эти вот... Это сопровождается болью, но отношения и кайф от этого, ну, в маленьком, боже мой, маленький пример такой, когда прикольно отдирать болячки от ран. Ну, это такой маленький кайф, такой мой личный, сейчас даже я не про себя, мне такое, мне не прикольно, но я знаю, что есть люди, которым это прикольно. Вот он где-то сродни, да? Да, прямо распространён. Такая, ага, привычка. Да. Ты делаешь и больно, но прикольно. И вот с родами оно такое же удовольствие, это кайф, которого становится больше, насколько становится более. Это удивительно, когда родовая боль расширяет твое понимание кайфа, и это все вот, это все я, это все мое, и в этом я, и в этом мои роды. Это очень трудно описать словами, действительно, но можно передать это состояние из рук в руки, от сердца к сердцу, как мы делаем это сейчас. Да. Может быть, у нас есть какие-то вопросы? Да, товарищи, друзья наши, дорогие подписчики, вопросики задавайте. Тема-то интересная на самом деле, да? Не стесняйтесь. Вот и начнем раскрепощаться хотя бы с этого момента, начнем говорить об этом открыто. Конечно, не привлекается к этой теме должного внимания, а надо бы, потому что... Ну, в принципе, вот я помню до своих первых родов, там, да, в 20 лет я родила, ну, кто вообще хоть слово об этом говорил? Нет, ну, нет, вообще просто, да, это никак совершенно, при чем тут секс и роды, ну, при чем тут? Тихонечко в роддоме рожай, желательно там не кричи, потому что ты сбиваешь других, молча. Там, уставших, молча, да. Молча, в дурацкой совершенно ночнушке, которая на самом дальнем конце, вообще, слово сексуальность. Вот, ну и вот как-то так вот, как солдатик, по правилам. А, но это совершенно не то, да, это совершенно не то. Да, эти чумовые сексуальные ночнушки с офигенским разрезом, с открытой попой, ну это же... Да. И, к сожалению, конечно, вот это все равно так или иначе вмешательство посторонних людей, если мы говорим про роды в роддоме. Даже если и есть какие-то шансы, ну вот ты человек уникальный, да, они тебе не мешали. Но все-таки в большинстве женщин, ну, безусловно, сохраняется вот этот как бы страх, зажатие сразу рефлекторное, когда кто-то тебе лезет, когда кто-то на тебя смотрит, тем более в такой уязвимый момент в родах. И это абсолютно нормальная реакция, да. Конечно, да, конечно. Просто вопрос вообще, как мы вообще в таких условиях рожаем? То есть от противного получается? Все на зажатие? Ну, конечно, но природа, человеческий организм настолько заточен на выживание, что мы это делаем все равно. Да. Женщины настолько прекрасны, настолько мощны, вот эта сила женская, ее действительно сексуальность, да, то есть то, что свойственно женщине, женская суть настолько мощная, что даже все, что делают они в роддоме, все равно мы рожаем. Все равно даже женщины умудряются быть довольными родами. Пусть они не получили оргазм, не получилось вот этого завершения, да, когда была... Я вижу это как цельную картину абсолютно, когда было легкие поцелуйчики, прелюдия, соитие, оргазм, беременность, роды. Для меня это одна вот такая вот... Что? Цепочка? Нет. Что-то, короче, целое. Да, и несмотря на то, что прерывается это, да, где-то вмешиваются, женщины все равно умудряются быть в конце, быть довольными своими родами. Угу. Даже, получается, вообще зеркалит родовый процесс, зеркалит, получается, процесс зачатия. То есть тоже у нас сначала прелюдия, раскачка, усиление прямо, да, по нарастающей движении, звука вот этой самой сексуальности. Да. И потом чаще всего, если женщина испытывает оргазм, насколько я в курсе, то это происходит ближе к потужному периоду, то есть не на периоде схваток, да, чаще всего в потугах. Ну вот те в родах, все... В рож... да, при да, рождении ребенка.
Да-да, ну вот сюжетно вот этой завершающей части. И, соответственно, как бы даже не так, да, подкат такой, подкат к оргазму, то есть уже ощущения становятся достаточно приятными в момент потуг. И кульминация, конечно же, рождение ребенка, конечно же, вот этот невероятный выплеск окситоцина и бесконечный вселенский кайф невероятных размеров, конечно же, оргазм, конечно же. Там много всяких интересных гормонов, не только окситоцином единым, счастливы роды, но да, почему-то его все время выделяют. Да, дорфин, действительно, вот... Да. Ты сейчас описываешь, и я еще раз вижу эту прекрасную картину симметрии, когда зачатие – это процесс вовнутрь, а роды симметричны только так же, но процесс наружу, да, это вот да, да, невероятно, одно конечно, такое невероятно. Целое. Хотелось бы... Да, не буду перебивать, давай. Хотелось бы еще сказать, что не обязательно сексуальная травма или плохие отношения с мамой, или плохие отношения с отцом будут, понесут за собой какие-то проблемы в родах. Вообще не обязательно. Мы можем обижаться на маму сколько влезет, но при этом иметь коннект со своей женской сутью. В отрицании, да, себя как женщины. Поэтому, несмотря на то, что я проговорила, это не значит, что это обязательно приговор. Да, мы посложнее существа. Невозможно нас свести к одному какому-то. Не все линейно, да. Да, не все линейно, совершенно верно. Так. А расскажи еще, пожалуйста, Наташ, про оргазмичные роды. Вот на твоем веку, так сказать. Ну, тема не раскрыта, я так понимаю, да. Да. Ну, опять же, да, еще про себя скажи, потому что выпало в тот эфир, в первый. А Наташа, да, домашняя акушерка с огромным опытом, сколькилетним вообще, очень большим. Да, да нет, не такой уж и большой, там более 10 лет. Так, секундочку, я сейчас нормальный. Подключу телефон. Ага, зарядочка. Да. Но тем не менее, ты видел много женщин в домашних родах. Вот каков, я не знаю, процент, условно говоря, то есть насколько часто женщина вот так говорит. То есть неважно ведь, как это наблюдается со стороны, очень может быть по-разному. Нам со стороны кажется, что женщина мучается там что-то, да, страдает, а потом женщина говорит, это было вообще просто огонь, просто офигенно. Да. Как часто такие женщины... Я знаю, что понятно, что в домашних родах мы всего мы говорим, это было классно, здорово. Но когда речь идет именно про вот ярко проявленное оргазмичное ощущение? Да, это часто происходит. Ну, во-первых, я готовлю своих женщин к родам. И я обязательно рассказываю эту часть, что не пугайся. Если у тебя вдруг нападет на тебя возбуждение... Во-первых, оно правда отличается от того возбуждения, которое бывает вызвано мужчиной. Это другой оттенок, что ли, да, другой вкус, другое послевкусие оставляет. Чуть по-другому. Но самое главное, чтобы женщина не пугалась и оставалась в этом, и берегла это состояние. Да? Пусть это будет возбуждение, но тогда возбуждают не только роды, но просто вообще все вокруг прекрасное. Я смотрю там на эту чашку, из которой я пью воду, она такая здоровская. Я никогда такой красивой чашки не видела. Откуда она у меня? Я вижу ее первый раз. И вот это про это состояние, да, вот этот сплошной оргазм, он из-за измененного состояния, потому что я вижу все по-другому, я вижу все ярче, вижу все вкуснее, вот эти все ощущения, которые волны через меня проходят, они здоровские, они очень напоминают подкат к оргазму, только с каждым разом больше, больше, и вот я уже миновала те ощущения, которые бывают обычно в привычном оргазме в сексе. Уже дальше и больше начинаешь расширяться до безграничности Вселенной, и это пугает и удивляет одновременно. Поэтому, когда мы говорим оргазмичные роды, это, скорее всего, означает
что-то большее, чем оргазм сексуальный, потому что все-таки, да, вот это идет по нарастающей развитию. Вот я слова не могу придумать, не знаю, это не линия, это что-то вот, да, от первых поцелуйчиков, от первой влюбленности легкой, от прикосновения рука к руке, когда вот эти вот бульбашки в крови, и потом это завершается родами, да, это вот что-то такое. Всегда идут ощущения по нарастающей. Да. Что еще вам рассказать такого? У меня тут еще на 3 страницы. Давай, не зажимай, рассказывай, все в народ. Знаешь, еще такая мысль, что точно, что врачи не это тем женщинам, которые уже родили, относятся адресованно, что врачи точно не собирались скрывать эту информацию, они не собирались зловредничать в родах, абсолютно точно, что нет ни одного врача, который бы просыпался утром и такой: так, сегодня я загноблю 10 роженец, я испорчу им, короче, все роды и буду, знаю. Вот этого точно нет. Да, они идут все-таки на роды с другим, но восприятие родов разное, и мы можем отвечать за свою часть, а оставить врачам их ответственность, но и свою долю ответственности оставить при себе тоже. Да. Было бы ошибкой на них перекладывать всю полностью ответственность, и было бы ошибкой пытаться взять на себя всю ответственность, включая, что я хочу, чтобы, по-моему, действовали вся родовая бригада, включая, что будет все, по-моему, в роддоме, и потом обломаться круто. Там не может быть все не подчинено естественным диким родам. Там другие условия. Поэтому ожидать и надеяться, что выполнят все пункты родильного плана, ну просто нелепо. Просто разграничиваем. И тогда у нас получается сохранить себя в этом состоянии, сохранить свое офигенское состояние кайфа, ну, насколько это возможно, насколько это доступно женщине. Да, и при этом оставляем зону ответственности, где врачи следят за безопасностью, оставляем это им. Классно же? Классно, но единственный, конечно, единственный правильный вариант, потому что идти в роддом, да, надеясь, что ну, все будет супер классно, как я себе тут в плане родов записал, но, к сожалению, очень много участников и очень много моментов, на которые мы не влияем. Не влияем, и, конечно, да, здорово. План родов писать, это отлично, но здравый какой-то смысл тоже должен присутствовать, и нужно понимать, что ну, мы не можем говорить, скорее всего, будет по-другому. Нет, возможно, все будет так, как вы себе и запланировали, но слишком много неизвестных. Да, я тоже всегда говорю про это уравнение с неизвестными, что мы не знаем. У нас не просто один икс, у нас все. И А, Б, С, да, и так далее, до Z. Столько много неизвестных. Мы не можем их знать, не можем на них полагаться. Здорово. Давай спросим еще про вопросы. Так, чуть-чуть связь прервалась. Про вопросы, да? Да. Что-то последнее не услышала. Да. Девчат, пишите пока вопросы. Да, я предложила. Да. Сейчас еще хотела такая мысль пришла, что ну, очень многие из нас, даже давайте не будем говорить про секс, условно говоря, уже ну, вот, про секс более или менее все поняли, ну, ближе к, вот, к таким каким-то бытовым банальным вещам. Многие из нас не могут ходить в туалет в гостях или где-то да, в общественных учреждениях. Просто физически мы не можем там опорожнить кишечник или мочевой пузырь, потому что чужое незнакомое место. И мы в данный момент телом не управляем. Мы не можем сказать: так, тело, я прекрасно понимаю, где я нахожусь, все хорошо, давай-ка. Нет, оно просто так не работает. И если вы, ну, к слушателям обращаюсь, да, из категории вот таких женщин, наверное, не имеет смысла надеяться, что в родах вдруг что-то с вашим организмом поменяется, и в окружении 25 студентов вдруг вы тут пописать не могли, а тут вы, значит, расслабитесь и выпустите совершенно ну, спокойно, да, и радостно своего малыша на свет. То есть на такие вещи нужно обращать внимание, знать об этом. Да, да, да. То есть ты не ставишь сейчас крест на этих женщинах, ты предлагаешь им готовиться к родам. Нет, конечно, конечно, но
Первое, главное, как сначала мы называем проблему, мы ее видим, мы на нее светим прожектором, Да. а потом мы уже идем туда прямо семимильными шагами желательно и пытаемся с этим что-то делать. Ну, я не знаю, как минимум заметить ее. Возможно, даже этого уже будет Да. достаточно для того, чтобы принять какие-то здравые, адекватные шаги. Да, это здорово. Действительно, когда мы обнаруживаем проблему, нужно прям радоваться, не думать, что, ой, блин, я такая закомплексованная, да как я буду рожать, они там все на меня будут смотреть, меня оценивать, а прям порадоваться. Класс! Я обнаружила, что у меня есть комплекс, что у меня есть, я не могу ни писать, ни какать в чужом месте, я не могу получать оргазм, у меня все время был секс, который меня не удовлетворяет, и я только мечтаю об этом. Прям это здорово, что я сейчас это нашла, классно, потому что если это случается в начале беременности, ну ладно, мы поплачем, оплачем свою прошлую жизнь, как же я бедная, несчастная, без этого всего ждала, ой, жила, но можем дальше порадоваться и сказать, что здорово, у меня есть над чем работать. Да, быстренько прочитать, как проходит механизм, о механизме родов быстро можно прочитать, а все остальное время заниматься раскрытием своей сексуальности. И еще раз повторюсь, это не в плане грязи, это не про секс как что-то пошлое, это про секс как проявление сексуальности, проявление своей женской сути. Мы выше этого никуда не прыгнем. Это всегда будет в нас изнутри, и это всегда будет давлеть снаружи. Никуда мы от этого не денемся совершенно. Да. Класс. Я, в общем, за то, чтобы женщины занимались бурным сексом классным, искали, находили партнеров, которые будут помогать им в этом. Иначе зачем он нужен? Просто тренируйтесь, кайфуйте, будьте на связи с собой, со своей материнской сутью, женской сутью. Вчера как раз в эфире с Анечкой Ринчин мы тоже затрагивали этот момент, она приводила чью-то цитату, что, дескать, если в момент зачатия скучный секс, то с большой долей вероятности и душа придет скучноватая. Ну, это грубый мой пересказ, но... Скучные роды, почему бы нет? А, Наташа, у меня еще такой вопрос, такой акушерский такой, акушерская статистика моя личная. Ты знаешь, наверное, тебе попадались в нашем акушерском чате рекомендации от других акушерок, что если, значит, прелиминар затягивается, да, какой-то он уже такой немножечко непонятный, хаотичная родовая деятельность, и, ну, как-то вот что-то идет как-то не очень гладко, да, непонятно, то многие применяют оргазм, да, используют, ну, то есть какие-то, предпринимают какие-то действия чтобы... для достижения. Ну и чаще всего это сдвигает действительно процесс или его выравнивает как-то его в такое гармоничное русло. Вот используешь ли ты, и ну, вот были вообще ли у тебя такие примеры? Нет, я не использую как рекомендацию снаружи. Только если женщина озвучивает, что ей что-то такое нужно, что ей нужны ласки, не обязательно эти ласки приведут к оргазму, но однозначно, что ласки, с которыми, которых хочется, вот в родах включаются какие-то, вот попа начинает гореть, она просто требует, чтобы ее пошлепали. Это не пошло, это не грязно, это не про БДСМ, это про стимуляцию кожи в данный момент и ощущение женщины, которые ей нужны, чтобы сосредоточиться, уйти в свои ощущения. Да, и одна прекрасная роженица сказала, что она меня покусает. Причем она сказала это с таким придыханием, как я бы сказала мужу своему. Я сказала, окей, да, пожалуйста, если хочешь. Я даже могу тебя куснуть в ответ. Действительно, оргазм помогает синхронизироваться. Да, но настаивать на том, что каждой женщине необходим в родах оргазм, я не буду, поскольку это не рутинная история. Это всегда путешествие. Роды – это всегда такое... Это про путь свой собственный женский. Мы не знаем, как для данной женщины сложатся роды. Что ей нужно будет пройти? Кому-то нужно слезы пройти.
пройти. Кому-то нужно пройти радость, кому-то нужно пройти счастье, кому-то нужно преодолеть, именно преодолеть эту боль и как-то с ней сжиться, сработаться, сдружиться, что ли, да, у каждой свой путь. Рутинно вообще, мне кажется, не может быть никаких рекомендаций для родов. Да, конечно, не слышно меня, немножко прерывалось. Конечно, да. Чаще всего это в такой формулировке, если ты обращала внимание, идет. Вот, или, дорогая женщина, ну, уже совсем мы ничего с твоей нескоординированной родовой деятельностью сделать не можем, поехали в роддом, или оргазм. Ну, давай попробуем последнее, как бы. Такое, тяжелая артиллерия. Разумеется, да, разумеется. А кому-то нужно отрубить голову. Я на минуточку трезвенница, не употребляю алкоголь, и иногда вижу, что этой женщине прямо сейчас нужно прям что-нибудь крепкое вроде водки. Да. Почему да. нет? Да, да. Роды – это то, что расширяет мои границы. Если я в своей жизни имею какие-то принципы, имею какие-то правила жизни, то роды – это то время, когда нужно убрать абсолютно все границы и все правила. Да. Золотые слова, так, конечно, подписываюсь. Наташка, есть еще какие-то моменты, которые прямо хочешь озвучить, прям вот важно озвучить? Нет, я все сказала, у тебя были классные вопросы, ты меня направила тоже, да, я вот тут кратенько так ответила. Если у нас нет вопросов от слушательниц, то мы можем заканчивать. Ты можешь еще чуть-чуть рассказать про себя, третий раз прошу, потому что два предыдущих у нас выпало, предыдущий дубль. Но если у тебя есть, чем, в принципе, ты помимо акушерства еще занимаешься, я знаю, что ты пармастерица, вот можешь чуть-чуть для девочек, да, рассказать, я думаю, что всем интересно с тобой познакомиться, девчата, подписывайтесь на страничку Наташи, ну, обязательно, не обязательно, все добровольно, да, но я очень сильно рекомендую. Расскажи, Наташечка. Да, я занимаюсь баней, я профессиональная пармастерица, обучаю женской бане. Мой подход вы уже поняли, я гедонист, я люблю кайфовать от всего. Если мне суждено родить, я буду искать там кайф. Если мне нужно помыть посуду, я буду искать кайф в мытье посуды. И я в этом вижу большой-большой смысл нашего пребывания здесь, на Земле, нашего воплощения, потому что иначе зачем? Да. Меня не устраивает вариант, если я пришла страдать. Не-не-не, короче, нет. Для удовольствия, для кайфа. И весь подход, это мой подход к родам, это мой подход к бане. Только удовольствие, только... Здесь можно быть эгоистом, можно быть для себя в родах, можно быть в сексе для себя, можно быть в бане для себя. Главное знать, как получить максимум удовольствия. У нас в жизни, в женской, столько всего, где мы можем пострадать, где мы можем, где нам больно, где нам неприятно, чтобы еще это нести куда-то, куда мы идем осознанно. Например, мы осознанно готовимся к родам. Ну, зачем мы будем там страдать тогда, если можно не страдать? Если мы своими ножками, своими ручками идем в баню, то зачем мы будем там чего-то терпеть, сидеть, страдать? Мы вольны там кайфовать. Вот так. Классно. Это мое видение, это моя миссия, служение, как это еще называется, господи, в сектах. Это прекрасно, на самом деле. Это прекрасно. Жить в радость, жить в удовольствие. А действительно, а зачем тогда вообще все это надо? Да, 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 посылаю тебе пятюню. Спасибо, спасибо, да, милая. Всем кайфа, спасибо большое, что вы пришли. Прям действительно поддержат это, что присоединяются. Здорово. Да, Люся, огромная благодарность за этот марафон. Прям мы так спонтанно, я даже не заметила, как мы всем акушерским чатом оказались в нем. И здесь сейчас мы делаем эти вещи, каждый раскрывает такие великолепные темы. Я рада, что все это остается в записи. Спасибо большое. Спасибо, да, дай божечки, сейчас тоже никаких сбоев не будет. Спасибо, девчата. Есть возможность присоединиться к чату в Телеграме, где можно задавать вопросы всем спикерам в такой более интимной атмосфере личной. Так что, пожалуйста, приглашаемся, информация будет по постам.
ниже, и вот, собственно, в каждом следующем посте. Завтра у нас начинается новая неделя марафона, расписание выложу сегодня, обзоры всех эфиров выложу сегодня, пожалуйста, смотрите, делитесь информацией, думаю, что будет очень интересно. Добро пожаловать, давайте, мои хорошие. Все. Да. Целую. Пока-пока. Пока-пока.